Никита Ященко, игрок сборной СПБГУ. Поздравляю тебя с победой и с забитым голом. Это твой третий сезон в сборной. И вот сегодня случился день, когда ты забил. Какие ощущения? Все хорошо, я рад. Я давно ждал, не дождался. Этот гол был важен, он переломил ход встречи. Мы бились достойно. А ты уже много в каких городах побывал, но вот в Екатеринбурге первый раз. Как тебе вообще город? Как тебе стадион, где мы играем? Стадион прекрасный, город тоже хороший. Погода практически ничем не отличается. Такая же сырость. Ничего сказать больше не могу, забыл. Завтра последняя финальная игра. Нужно брать 3 очка. Как ты думаешь, на чем еще нашей команде стоит поработать, чтобы завтра точно взять победу вторую? Над тренером, конечно, но это верните манеру. Привет тебе, брат. Команда все отлично. Все бойцы, все молодцы. Мы играли против всей сильной команды. И ребята серьезные. Старые, с Ростова. Мы показали все, что могли. Мы переломили ход встречи. И все бойцы. Спасибо.